Всем привет! Короче, решил я раздербанить эту дрель. И раздербанил. Вот стопорное кольцо стояло тут-то, вот тут. Он говорил, что втулка, значит, втулка. Вот. Тут ничего у нас не смазано. Смазки надо добавить. Тут у нас наклею, как эта фигня, стартер был, надо подковырнуть, чтобы всю конструкцию не разбирать, и вот это отогнуть, ну, переключатель на это, на долбежку и на сверление. Потом что еще-то? Вот. Эту фигню надо чистить. Ну, там ходуном ходит, чтобы не заклинило, чтобы якорь не сгореть. Щеточка. Вот сегодня сверлил. Собирал это все дело. Вроде еще жива. Что мне не понравилось-то? Опилки мне не понравились на подшипнике. Как казалось, не зря. Вот. Короче, подшипник провернулся, и эта обойма крутится вместе с подшипником. Вот даже от температуры нагрелось все это дело. И в подшипнике тоже он все блестит. Блестит, блестит. Подшипник с люфтами. Вот номер такой. Номер. Вот. Дрель у нас не Bosch, дешевка. Вот. Поэтому все и крякнуло. Вот. Это надо подшипники и якорь менять. Как бы так. Все остальное живо пока. Ну еще, если один крякнул подшипник, то тут второй еще есть. Второй тоже надо поменять. Только я то уже масло капнул. Что-то неохота его менять. Да и остальное неохота менять. Буду как шуруповерт использовать. Что я придумал? Возьму вот на гель посажу. Подшипник новый куплю. Там написано для металла. Можешь чуть-чуть еще хватит попользоваться. Ну а там, если подшипник клина даст, то вся проводка по-любому небось горит. В электрике не бум-бум. Кто знает, пишите в комментарии. Так, что еще-то? Ну, еще сюда смазки набухают, где пружина стоит. Ну и все, это я отогнул. Надо обратно загнуть. Вот. Типа, кто знает, что тут? Модель не помню. Тут помню, тут не помню. Вот, все уже на скрутке у меня. Провод тут переломился из-за того, что некачественный. Да, вот такая лепота. Но якорь целый. Еще походит. Но это вообще наша температура. Может, потому что подшипник подклинивал. Он сейчас туго крутится. Надо вовремя менять подшипники. Ну или заводской брак, по ходу дела. Так бы так. Ладно, кому понравилось это видео, ставим лайки. Не, сейчас. Что я начал менять?
Потому что об железяку боялся, будет цеплять и все. И я говорю, кранты будут, если люфты. Вот как бы так. Ладно, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, бьем в колоколец, заходим в плейлисты. Все. Всем пока.